Это хороший матч такой боевой. Я, в принципе, думаю, в начале третьего все решилось, потому что мы, в принципе, играли строго. Забили 2 гола, и мы решили исход матча. Много невероятных спасений сегодня было при вашем участии непосредственно. Понятное дело, что это ваша работа, но все-таки можно несколько эпизодов прокомментировать, потому что команду явно подтащили сегодня. Это моя работа. Ну, я старался просто по шайбе играть. А не чувствовалось дополнительной вот этой ответственности, мотивации, напряжения или, например, вдохновения, потому что зеленый дерби всегда особняком стоит для болельщиков и для всех, в принципе, КХЛ? Да не, по кайфу сыграли, реально спокойно свою работу делать старался, не обращать ничего ни на судейство, ни просто играл в хоккей. Но все-таки как сегодня болельщики? Ну, как обычно, все, полный биток, все приятно играть, а побеждать вдвойне приятно. Вижу на вашем лице приятную усталость. Все-таки вот такие матчи, насколько они вдохновляют на... Потому что календарь непростой, и, может быть, силы, наоборот, прибавляют такие победы. Да, конечно, любая победа сил прибавляет, позитива, раздевалки. И, я думаю, идем мы дальше от игры к игре.